башня пала. Угу. Момент истины. Хватит, не хватит? Хватает. На две брони. Отлично. Да, дай мне половину, я сейчас сделаю. Да-да-да. Ага. Держи. Получил? А, нет. А, вот все, теперь да. Андрюха. Сейчас. Что там надо? А, солнечную броню хочешь? Да. Вот фрагменты сверху. Ты зенит тоже сделал? Ну, вот сейчас как раз под него место освободил. Сейчас появятся мечи. Подожди, defeat the current threat. А, когда я звоню, нельзя пользоваться. О, еще... А, блин, я случайно андрейские фрагменты подобрал. На. Так, Сидлер не участвует в крафте? Участвует. Участвует, участвует. Короче, медный меч участвует. Да, тебе медный надо еще сделать. А ты вот сделал. Юрий участвует. Террариан участвует. Чё? Чё ты несёшь? Тераблейд. Ой, фу, в смысле, Тераблейд, да. Волк, что у меня башня атакует? Меня только что от башни так луч личико прилетел. Нормально, что башня атакует? Было раньше? Это вортексная. Нет, это... А, Стардаст? Призывательская. Ну, не помню. Это что-то сложное, я сейчас сдохну. Гоблин не пришел еще? Когда? У нас постоянно хрень какая-то вытворяется. Ты сделал, да? Делал. А что здесь такое? А, здесь башни? Вау. Да, да, Андрюха сделал. Так, все, полетели. Ты где? Я-то здесь. У кого призывалки? У меня две. Окей. У всех святая броня. Андрей, у тебя святая броня? Что? Так, короче, что там? Я думаю, на краю карты, да. В общем, я взял этот самый... Святую броню сделай, пожалуйста. Да, надо сделать. А святые слитки где? Прикинь, в сундуке с рудами и слитками. Невероятно, правда? Их там... 367. Слитки, руды, слитки... След рудки. Ты знаешь, что надо. Ты можешь встать на одном месте и просто наводить мышку, а не бегать? Правда, что? Да, а нет готовой арморы? Нет. Была одна, но это была моя. Слитки, руды, рудки, слитки. Вот, нашел. Я так. Это сразу взял Nafty Present с собой. Какую делать броню, которая самая защищающая? Которая на миле. На мейлей, да. Да, но шлем, который маск. Который 24 дефенса. Да. Да. И тебе нужно не только маск, а полный сет. Ну, это я понял. Ну, ладно. Догадался. Видите, у меня сейчас Гарпию не ваншотнуло с зенита. Что? 361 урон. Говно, что ли? Блин, у меня деньги все закончились, мне надо еще призму. У меня 333 урон почему-то. У меня 353. Нормально. Потому что зависит от аксессуаров, от зачара. Хочу зачар. А русским? Зачар. Кто меня бьет? Билка. Манекен. Иди сюда. Куда? Зачем тебе денежная банка? Где гоблин? Манекен! Блин, Андрей, у нас времени мало. Ну, ты не будешь сейчас ничего перекупать, но что у тебя вот за любимая херня? Да, мы тебя постоянно ждем, а ты 20 минут постоянно хренью страдаешь. Один секунд сейчас. Вот он у гоблина сейчас, я его вижу на карте. Я знаю. Было бы странно, если бы ты этого не знал. Медисинг есть. Все, быстрее. 5-4% сейчас все изменят просто. Да. Game changing.
Куда? Океан справа. Океан? А, океан. Здесь. И что делать? Ну, я вот так вот... На железную дорогу. А мы что, будем ее бить? В смысле... так будем бить, не будем на месте ее на арене? Она ваншотит. Всеми атаками. Так, так, теперь давайте все встаем на одно место. Андрей, ты... Вызывать? Да, только давай, да, вот, призывай ее прям в нас. А, так, а где давайте она у меня? Сейчас просяне прилетят. Сейчас посмотрю, где она у меня. Я ее не взял. Я ее взял. Все, призывать? Да. И что, надо его выкинуть или что нужно? Надо левой кнопкой его поставить на воздух. Рядом с собой. Понеслась. А что-то мы ее даже не бьем. А вот бьем. Она будет появляться, ничего страшного. А вот это что-то не прикольно. Это вторая фаза. Че, дэш, пацаны? А почему у нас доджи не работали? Значит, мы что-то задоджили. А может быть мы потому что в этом, в вагонетке? Она работает, вагонетки не работает. Ага. На самом деле все равно мало, потому что мы почти по ней не попадали. Там, походу, надо просто прыжочек крохотный сделать. Было в этот момент. Мы еще раз попробуем. Да. Правда, у нас уже сейчас почти... Ну, хотя нет. Не знаю, за 2 минуты мы успеем это сделать. Я думаю, успеем. Сдохнуть успеем. Не, на самом деле, я в какой-то момент подумал, хуя себе, как легко. Ну да. Ой, я чуть... А, ну хотя... Не похилился я. Да, это так важно. Мне карта пират. Если так быстро от нее не уезжать, мне кажется, ее можно быстро очень убить. Возможно. Давай. Ой. Что я делаю? Блин, притом у меня не появляется 600 баф. А у меня вот есть. Вот у меня подожди. Появился на 23 секунды. Ты не в солнечной? Нет. А. Это она в ванете. Ага. А, он действует 17 секунд, этот эффект. У меня сейчас 14. Ага. Я перепрыгнул. Я тоже. И я. Есть. Ну покажи его. У меня их 2. Вау, а это же это что тебе выпало? Ignorant Night Glow. Jewel of Light. А, это Fairy Princess. Мы убили ее днем. Да. Мы убили ее днем. И сейчас, прикинь, но... как морозная луна будет просто отлетать. Я предлагаю еще пару раз ее убить. Нет. Подожди, а... У нас уже времени нет, Я имею в виду, в принципе, сейчас... Да. Луну. Так, 7.30 уже есть? Да. Понятно. Ой, я, кажется, даже без дракона был. Ну, я думаю, не сильную роль играл в этой битве. Бля, мне дышать тяжело. Оп. Бля. Я хочу трофей. Они что? Погодите, а что кому выпало-то из этих? О, у тебя терапризма. Да насрать, да, у меня терапризма. Сам танк минус. Подожди, мне... О, Крампус. О, еще один сам профил, соло захерась. Чейнган? Что такое чейнган? Это пушка, которая, ну, не, уже просто не говно, нужна. Просто говно. Просто все отсюда продавать. Кроме блин, сатанки, это просто танки, невероятно. Андрей. Блин, ёлка. Ты представляешь, ты ведь просто, я просто... Мне до сих пор не укладывается в голове, что мы это сделали. Мы реально ее днем завалили. Помнишь, ты меня спрашивал, а ты что, реально ее собираешься? Да, а потом да, после нашей ночной битвы такой, нет, все, я в этом не участвую, это о, слишком сложно. Смотри, королева прилетела. Это вторая прилетела. Уже. Третья.
Ты знаешь, третья королева? Порно, где толпа негров долбит одну, короче, маленькую девушку. Ну, в смысле, совершеннолетнюю. Ну, в смысле, по сравнению с ними, она такого... такого маленького телосложения. О, елочка. Так, Сантан, нет, где-то значит... у вас там? Ага, вот. Вот Ice Queen у меня тут, я вот ее уже отправил на свет. Соло! Мне хочется с нее свисток выпал. Что он делает? Призывает Бэйби Гринч. О, прикольно. А, Андрей, мне выпал для тебя танк, поздравляю. Ура! Вау! Ой, что-то она мне дамажит, на самом деле, когда вот она попадает. Мне выпал Разорпайн. Ага, да-да-да. Я повешу, на самом деле, надо отдать предмету дань уважения. В смысле повесишь? А, в рамку? Да. Вот она. Weak North Pole. О, это Middle Demon Head, копьёшка прикольная. И лапы несколько лет назад. Chain Gun опять. 17-я волна. Эльф Мелтер, еще один танк. Какая-то Snow Cannon выпала. А давайте мы все будем вместе держаться, чтобы боссы спаунились вместе, и мы их быстрее убивали. Я на арене стою. Да-да-да, я вот тоже. Вот Андрей постоянно куда-то улетает. Ну я искренне убил. А, трофей елки выпал. Еще один разорпайн. Это кто? Трофей королевы. У нас он есть или нет? Нет, у нас ни одного трофея нет такого ивента. Ну, уже теперь есть. Нам остался только Сантанк. Санта NKI трофей. О, все? Все? Только это NK1, а не I. Типа, партнерочка. А вот все, у меня тоже выпал трофей. А Санта где у нас? А я повешу, не волнуйся. А, все, они начали 100% падать, потому что они перед каждого падают. Королева. Блин, это просто вот самое удовлетворительное, что я делал в этой игре за всю свою жизнь. Это он? Я к нему повесил череп. Ну, к Сантанку, он как Дед Мороз выглядит. Не, а NKI это он есть? Ну да, да, NKI однёрочка. Санта. А что такое Frozen Crown? А, Tiny Ice Queen называется. Да, это она называется. Что? 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 А, я на его шарик на Сантанку. Ага. Стоял на не, ну у нас последняя волна, то есть... То есть у нас уже Рождество начнется сейчас, после этой битвы. Рождество. А, меня ваншотали. Как это? Да, я теперь со спавна не выйду. Ну, тут стоят 5000 миллионов елок. Ща. Все, нет. Да сплошные эти падают. Кто? Трофеи, что ли? Вот эти, они. Кто? Ой, ой-ой-ой, что-то я не уследил. Nice Queen просто, да, все, даже у меня уже у самого все трофеи. Конечно, 100% падают, да. Опять же. И у нас еще только полночь. Мы уже на последней волне. У нас уже 3 очков. Да. Еще одна краун выпала. У меня уже предметы в инвентаре не вмещаются. И не вмещаются уже в хранилище, потому что оно пустое до этого было. Все лутом засрано. Блин, сейчас все это подобрать еще бы после того, как это закончится. У меня 6 трофеев королевы. Реликов, в смысле. А. У меня тоже, кстати, 6. Я их поставил. У меня таких 6. Ау, вау, вау. Вот эти фигни, которые сквозь блоки у нее проходят, они неприятные. Не очень неприятные, байзывает. Да. Меня тоже они от неприятных. Вот-вот-вот. А, я живой был? А, она сначала замораживает, а потом убивает. У нас 2 ряда полностью заполнены трофеями. Еле заспаунился. Да, вот сейчас мы просто будем, они нас на спауне будут убивать. Не знаю, я выбежал. Сейчас я тебя поубиваю. Блин, поубивал. А я забыл, как просто легион надо
надо мобов будет убивать, и подарки будут падать. А, из них этот Snow Globe. Да как? Как я так быстро дохну? У меня 100 с хером. А, у меня перековался на урон. Не. Да, лута просто, я вот вижу, где 5000 танков, пушки. А у нас прямо дома решил дружище заставить. Блин, конечно, вот комбинация зенита и терапризма, но это просто невероятно. Терапризма вообще лютая, ты вообще видишь, что, как она мной бросается и херачит? Да. Виверна сдохла вот просто за уваншот. Виверна, блядь. Типа они в тик и за тик умирают вообще. Да, да. Так, за мной две королевы. За мной их в последнее время штуки по три летают, и я их спокойно выбиваю. Андрей умирает. Да, я пытаюсь. Они когда крутиться начинают, это просто оторви башку. Лол, у нас 12 тысяч очков. Да. Найс. Ох, как у нас какой клёвый спаун из ёлочек. Так, минус ещё 3 королевы одновременно. И у меня полная старочка. Блин, как же это клёво, это просто... Меня заморозило! Минушку да наморозит, просто не могу. Ёлочки снизу ещё поддамаживают. Блин, это самое клёвое в натуре. Так, Сантанг сдох, не успев до земли долететь. Платформы. А, я начал тему. Я их убиваю и тут же лутаю их сердечко. Убиваю, тут же лутаю их сердечко. Mm-hmm. Я таким образом фулл хп держит. Ёлочные крылья. Так, Сантана там где-то. Вау. 17. Все крыши домиков во всяком луте, в трофеях всяких. Я смотрю, вы там страклитесь, я вообще просто... Вообще на фане. Да не, я пытаюсь фане. Выложить вещи, мне это не удается. Чел, сейчас не время. О, всё. Записаны, ой, эти... Spread of Christmas spreads cheer. Забит, ладно. У меня тоже все. Ой, у нас... Ну ёлки, ну вы чё, на спауне и Сантанг. Да блять, даже от чего я умер? Ну там шипы, видишь, это шарик красненький. Андрей эльф-мелтер лежит. Да, это выпадает из них все. Так, Андрей, я так понимаю, тебе танк тоже не нужен, поэтому я вот пошу брата. Да. Ты взрыв сдох. Тут спайки, да, тут спайки валяются, невидимые, по-моему. А, огонь пера 30 пулдзвэм. А, призывалки только ночью можно поймать. Да, они у нас закончились, да? Ну, у нас две было. Ага. Первый раз мы сдохли. Блин, а кому это все добро продавать, я вот не знаю. А, я сейчас пойду в лед. Попробую. Пилон ведь не работает, да? Ну, тогда я пойду в океан. Так, вы пока занимайтесь этим, я пока пойду врагов поубиваю. Ой, мне надо бафнуться от этих штук, потому что у меня две это было терапризмы. А ну как у нас Бэйби Гринч выглядит, мне интересно. Ой, фотс ты какой. Нет. Мне нужен второй сундук для всяких штук, который для пэтов. У меня весь сундук засран пэтами вообще. То есть их столько всех добавили в эти игрушки. Где больше всего мобов спаунится? Я просто не знаю где... Возьми синюю свечку просто и все. Ага. И везде. Подарки чуть пока неохотно падают. Все, крылья елочные валяются. Видите? А Кратерпайн, я, как сказал, я его повешу. О, первый подарок. А, два. А, все. Snow Globe из первого же подарка. Вот у меня подарок, из него выпал Green Candy Candy. А, ты уже призвал? А чё, нет? Они же легкие. Да. Чего ты от них ждешь? Ледион.
Или ты просто, чтобы вот типа полностью... Для галочки. Я сразу сказал. Ждать от них вообще ничего. Да. Интересно, мы их убьем быстрее, чем за минуту? Мне кажется, мы их в АФК можем убить чисто драконов. Что, прости, что ты сказал? Драконами? Со своими драконами тут. Извини. Терапризма. Так вот, weapon rack. Вот сюда его повешу. О. Все, повесил. Я пока инвентарь сортирую. Думаю, вы справимся. Кстати, у нас снизу еще будет валять. Блин, их что-то мало спаунится, тут единственная проблема. Это те, которые снеговики-гангстеры, да? Да. Да, их. Они прикольные. Они прикольные. А, из них тоже подарки выпадают. Ну, я их ваншотил. Ну да. Что с них снег падает? Блин, я терапризму не перековал, я что, совсем глупый? Я тоже хочу терапризму, Андрей, я уверен, хочет. Да. Сделаем сейчас. Это надо ночью делать. Да, понятное дело. Надо ночью ловить. Угу. Штук 4 поймаю, мало ли. Ну, да. Капать будут. Не, ну вот в последний раз как-то вообще изи было. В первый раз мы все сдохли, а во второй раз вообще как-то без проблем все. Первый раз... я тебе объясню, что произошло, потому что мы далеко от нее удержали, и мы затупили. А, из-за этого у нас закончилось. Этот баф действует 14 секунд, мы потом по ней не попали, и... Ну, да. Все. Сам баф не обновился, и мы сдохли. В принципе, если держать ее вот так вот на короткой ноге, то... Да. Секунд за сколько? Ну, за 20 она убивает. Угу. Так, все. Так, мне выпал 3 подарка. 4 подарков может падать. Олени рога, холли. Gingerbread cookie, candy cane block. Так, где они еще? Они где-то еще. У меня. А, все, да. У нас тут куча могил. Ну, скрабши не кладбище. Да уж. Так, ну я ставлю кэнди-блоки, мало ли, ничего. Да, я тоже. А у нас продавца убили, да? Да? А, в натуре. Кто мог вообще убить? Легион. А, тут еще один, кстати, я смотрю, тебе выпал. Кто? Тут еще один снова глоб в сундуке лежит. А, ну так я его только что сюда положил. О! А вот и продавец. Давайте ее разок ночью бахнем, чисто посмотреть. Если хотите. Давай. Сколько у нас призывало? 5? Да. Я не могу ее поставить. Вот поставил. А, она, походу, тут же диспавнится. Да, потому что ее сразу надо убивать. Потому что вот тут она диспавнится, только в святых землях она не диспавнится. Так что я одну призывалку просрал. Поздравляю. Найс. Что-то а, вы без меня призываете? Что? Я же... Давай, я призываю, Дима. Давай. Вы без меня призываете? Так ты иди сюда. Лол. Так я уже не могу. Ну блин, сложно все равно. Ну да. Все равно будет сложно. Может, второй фаз еще придет и все. Вы где, блин, убиваете? Трофей! Офигеть, да ладно. Вот это найс. Prismatic Die и калейдоскоп. А, это хлыст. Я даже не ударил, блин. Из нее трофей выпал. Да, шикарно. Остался оккультист и Old One's Army. Посмотри, как это красиво выглядит уже. Угу. Да, это из армии только... А, калейдоскоп. Да. Да, мне тоже он выпал. Так, все, я спауню. Так. Давай. Есть. Ну что, понеслась. Тут не сильно уезжайте. Да. Мажется, не надо. Воу. Вот сейчас страшновато было, что нет. Но она, по-моему... Ага.
Давай, делай умирание, пожалуйста. Она не делает умирание. Сейчас делает. Почему я умер? Выпала терапризма. Да. И мы все сдохли. Ну что ж, одна осталась. Типа я предлагаю сразу же это делать, ее убивать. Ну да. Сзади летит маленькая-маленькая самая. Да, я видел. Особенно это смешно, когда время ускорено. Она как гусеница ползет. Особенно смешно, когда время ускорено. Она такая, просто такая. А, мы не можем теперь в океан тпшиться. Давайте тогда в пустыню, что ли? Я подобрал терапию. Го туда, теперь в этот раз в левую сторону. А еще мне выпало Summon the Baby Fairy. А мне калейдоскоп выпал хвост. 222 Summon Damage. Да. Блин, да у этого и то больше было у Morningstar. Сет разработчик. Какого? Джимс. А, мне Red выпадал. Дима, куда мы идем? Влево. В океан? Ну, в пустынный пилон. Потому что вправо и не получится, потому что там все сдохли. Все, пацаны, это последняя штука, которую нам надо сделать в этой игре. Да. Давайте, пожалуйста, не сдохнем. Угу. И не уезжайте, я уверен, что... А Виталий, у тебя две терапризмы? У меня одна. Почему одна? У меня одна. Почему? А. Все, я призываю, да? Угу. Не уезжайте сильно, я на дома. Да. Ух ты. Вот это было неприятно. Уезжайте, пацаны, не слушайте меня. Ой. Андрей остался один. Справишься? 9. У меня призывалка еще одна. Есть как раз для таких случаев. Да, мы не уезжайте. Мы слишком сильно не уезжали. Та атака обычно никогда нас не дамажила. Да. Дракон, прощай. Хе-хей. Здравствуй, терапризма. Не могу поверить, что у нас терапризма. Слушайте, мне кажется, мы можем начинать аж прям здесь вот. Да, я то, что видел. Ай. Подождите. А что ты на этот раз ты делаешь? Бафнулся. А. Запускайте зенит в меня. В меня. Я в тебя и запускаю. Да, есть все. Я лоханулся. Я что-то сильно, по-моему, вперед уехал. Дима сильно задея меня. Ой! О, Най. У меня сейчас вся надежда, да? Да. Она начала эту свою штуку, я вот первый уклонился, а второй тоже вроде уклонился. Ну, ХП у нее быстро достаточно уменьшается. Главное, чтобы не произошло. Воу, Тинкер убил, тут же пришел. Мгновенно. Здесь сейчас другая проблема, у меня сейчас карта закончится. Ой-ой-ой. Ну, пока я вроде живу. А вы собираетесь приходить? Андрей там уже где-то. Блять, карта закончилась, и меня толкнуло обратно. И ты же... И ты выжил. Вообще найс. О-о-о-о. Я убил. Yes. Андрей, иди подбирай, все. Соло. Да уж. Не было права на ошибку просто. Ну да. Так, сейчас надо поставить в центре уже именно около портала. Сейчас будет Бетси. Давай ты тоже к центру лучше подходи. Ты бы их лучше тут ставил, сейчас будет Бетси. Ты так собираешься там находиться, да? Сейчас. Ой, она дамажит жестко.
хотя мы тоже. Ты ее бьешь вообще, нет? Да. Где она? А, все? Она сдохла. Трофея нет? Нет. А, подожди, что это? Dark Mage Mask. Нет. А мне даже мешочек из нее. А, вот он. Блин, жаль. О. Ну да. Ну, типа, все. На этом у нас летсплей кончается. У нас все трофеи, даже есть у всех боссов. Вот настолько все очень совсем. Порталы какие-то глупые очень есть. Obtained. Obtained это получено. Ты ведь в курсе, да? Давай еще раз запишем. Не-не-не-не-не-не-не. Обойдешься. А, ну вот. Именно так, obtained and defeated, это то, что я хотел написать. Ну, допустим. Вот, да, все трофеи боссов, все эти реликвии, знамя шершня, самое главное. Все типы брони, все типы оружия. Да, у всех на всех четырех класс, на все четыре класса есть все сеты брони, то, что мы выбили из башен. Все недостающее. Тут туманная рельф какая-то появилась. А вот это, кстати, еще что, я забыл спросить. Где? Вот тут на арене. А, это вот фейерверки, а вот это что? Слева от них. Это просто декоративный щит. Это лампа Теслы, лавовая лампа и какая-то еще херня. Это вот эта вот хрень, которая твиии делает. А вот это делает твиии. Че, может, давайте Мунлорда бахнем? Солистичество. А зачем? Мы вчера башни бахнули, и нас Мунлорд тоже бахнул. Да. Зачем? Ну, блин, не бахнет он нас сейчас. Ну так, чисто. Не, просто, а зачем? У нас и так, у меня на видео его уже 20 миллиардов раз мы его убивали. Хорошо, все, мы молодцы, мы победители. Да, поэтому летсплей окончен. Да, дальше совместно у нас мы в Майн будем играть новое обновление, ну, которое уже к этому времени далеко не новое. Вот. Ну а до этого у меня амнезия A Machine for Pigs будет. Вот. Ну а. Машина для свиней. Да. А на сейчас это конец летсплея. Поэтому всем спасибо за просмотр. И всем пока. До свидания. Yeah.